Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 42-м году ушел из жизни эстонский писатель, поэт, режиссер и музыкант, гитарист Вахур Афанасьев. С 1998 года является членом литературного объединения «Лига молодых авторов», с 2006 года – «Союза писателей Эстонии». Работал журналистом, медиа-аналитиком, копирайтером, креативным директором и пиар-менеджером. Свою карьеру писателя Афанасьев начал с написания стихов в 1995 году. В 1997-1998 годах он издал 3 сборника стихов. Работы Афанасьева также были опубликованы в нескольких коллективных сборниках и переведены на финский, русский, румынский, голландский и венгерский языки. В 2006 году его книга «Катедраал Амаяус» была номинирована на поэтическую премию эстонского фонда «Калтар Капитал». В 2011 году его книга «Мина Брасл» была признана журналом «Go Race Ayakvari» лучшей книгой для путешественников. В 2015 году его сборник стихов «Тансамайтик» получил поэтическую премию фонда «Калтар Капитал». Помимо написания книг, Афанасьев также писал электронную музыку под именем «Тра-Арт», электрогитарный рок, блюз и кантри под именем «Карла Калика» и экспериментальный нойз-поп под именем «Каннибал Электор». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.